Там и гранаты, похоже. Ебать! Что, второй раз его подстрелили? Да я ебу, блядь. У нас тоже сейчас только что ебанули по нашу. Покажем потом, блядь, на группе. Ой, блядь, там что-то... Да тихо, не матерись. РПГ, наверное... Вот вам, хлопчики, наводочка Люцифера. РПГ, наверное, лопается, над. Ей-богу, РПГ. Ты посмотри, посмотри на это. Взрывается машина. Она же заколебалась взрываться, эта машина. Наводочка сильного корпуса. Ой, фейерверк. Победный фейерверк. Это, блядь, прошли квест, короче, пацаны. Квест пройден, блядь. Да. А с какого хуя, блядь, он разукрашенный, блядь, с этим дерьмом был? Ты посмотри, посмотри, как оно разлетается во все стороны. Слышишь? А? Я люблю вас, ублюдки, сука! Расстреливать в жопу, уроды, конченые, блядь! Я кучеряшке покажу сегодня, она точно со мной пойдет кофе пить. Может, даст в попу, блин. Фу, стадник. Хлопцы, слава Украине! Героям слава! Слава нации! Смотри, смотри, фейерверк в нашу честь! Блядь, не закрыли, а то может прыгать. Ой! Ой! И снова ой! Да что ж такое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! РПГ разлетается в разные стороны, блядь. Дымок пошел. Ебать! Хата, конечно, не, ну, не, прямого попадания не было, но, блядь. А где чечены потерялись? Да они вообще потерялись! Рассредоточились. Ебать, пацаны, вы представляете, если бы это все по нам прилетело? Ебать, они ехали, короче, воевать, понял? Бог оберегает, это я вам хочу сказать. Я тебе вот что скажу, вас Люцифер оберегает. А это в три раза круче. Типунь на язык. Ебать, они сейчас думают, ебать! Тормозок забыл в этом, блядь, сухпай забыл в машине, блядь, лопух! Обрекались мобильник. Вот так бы смотрел и смотрел, блядь. Так смотри и смотри. Бать, ну короче, это ответка, блядь, баш за баш. Они нас, сука, распиздячили с быка, блядь. Вы пехоту смотрите. Мы смотрим. Пехота там сейчас за жопой держится, чтоб, сука, осколок не прилетел, блядь. Ой. О. Ого. Интересно, что там от дома осталось? С той стороны решето, блядь, стопудово, блядь. Я думаю, дом сгорит. А я сошла с ума и даже не досадно, блядь. Не, ну что, теперь придется ставить бутылку конины. Я сказал танкисту, если он расхерячит, с меня бутылка коньяка. Да ладно, все скинемся, ебать. Костик, сука, ебать, ты сказал нету шоколада Милка больше, блядь. Мужики, ну на видео в группе про Милку можно и не озвучить. Селфи? Кто не брезует окоповской грязи? А, я не брезую. Ну, бы я так уже. Вот, чем занимается скидный корпус в это время. Кушает шоколад Милка. Ты еще, блядь, расскажи, кто это делает. Антон Халилов жрал шоколад. Да. Во время боя, блядь. Как вам, сука? А мы воевали. Сука. Не, я так и женюсь, да. Я приеду и пойду жениться, обязательно. На ней? Сегодня 14 февраля. Конечно, на ней, на ком еще? А уже нигде. Пошел.